кувалде. Страшно. Прием, нет, прием. Ровно решающий очко. Вы так понимаете.
Алёша, что ты делаешь? Твой шанс, что ты делаешь? Есть, ну, ну, ты еще. Ну, подпись. Совсем не найти, что-то. Паша. Так, подожди, с этой стороны, посмотрю, это самое дело. То я запарю свою подачу. У нас это... Угу. Шачко, да. Мы сыграли его уже. Мы его сыграли. Да, я забыл. А вы тоже не подняли руку. Я просто ему сказал, громко говорю, шачко. А он не поднимает руку. Понятно. Понятно. Подаешь? Ну, подаешь ты. Слава, ну в чем дело-то? Мы договорились, я вас приснулся, давайте будет. Сетка первая подача. Извините.
315. Нет. Прошли, да? Вращение не дает нифига.
пожалуйста. 30-40. Ровно решает, что очко выбор принимает. Первое. Чем играть, я не знаю. Считай, он старушка, это действительно. Поставлю сюда. Нормально. Вот это.
Вот так. Нет. Можно покататься. Попала подать. Под 40. Продолжение следует...
30-40. Главное решаете, а что выбор принимаете? Ты будешь, нет? Это 4-3. У меня не игра. Наша тоже. Да, обычно. Это первая подача. Thank you.
Дима Косов. 53. Где первый сет? Дима Косов, 6-3. Я вижу. Ну, плюнь, скинь плечи, напряжение. Жалко. Что хоть вот. Сейчас, долго больше творчества, это нормально. Это толкает место. Где темпа нет, не понимаю, что за темп. Классно.
Не, я не видел, а? Ты чё, как? Ну надо же, это же играет. 0:30. Нет. Решающий очко выбор принимает. Ух ты! А между прочим попадал. Хорошо было, хорошо. Хорошо. Я побыстрее люблю меня. Сколько? А? Чего говоришь? Ну, это для 86. Темп понятен, какой темп? Я отсыпаю, потому что на удар реагируешь. Когда копички эти, пол где летит. Играю с ребятами, которые все забыли, играю все. Я
Ай-яй-яй! Ай, Алёша, из кого мы там? Внутри, пожалуйста. Да, да я попадал бы, если бы здесь. Поехали, зачем? Можешь вам попасть, пожалуйста. Не надо мешать! Ты чё делал? Да, Слава! Я уже вижу, что сейчас, я уже плохо играю. 340. А ты зарещал, я ошибаюсь. Полметра ошибся. Вообще. Решающий, да? Сетка первая. Подай. Правильно, Простейшие мячи. Все, вообще.
то ли колено это сказывается, вся операция уже. Колено твое нарушено. Еще мяч. А, вот так. Поэтому отдал игру нахрен Куликову. Боязнь, что колено, дрожа. Ты ж вышел, так бы играл тогда. А вот посмотри, никто не прям поболел. Я. Я взяла фото, уже три бара.
видом. Я тебе уступил. Ты же уже забиваешься. Линия крест, линия крест. Жалко. Есть? Не проговорится, что я делаю, а только линия меня убьет. Улюш, вот мяч, а что? А, извини, да. Я думал, я подаю. Привык, что здесь? Ну да. Не сидят нифига, ё-моё, кошмар. Все приличные люди за боссами сидят. Я все сделал, между ними сыграл, да, но да, сыграл, да. 4-2, перехода нет у вас. Чего боитесь? Играй, спокойно. Это не пара, это. Говорит, Марат. Давай мячи сюда, Миша. 4-2-2-4. Ah!
Ты сразу же выиграл на очко, только поставь ракету. Пять-два. С этим козлом надо было играть. Может, подарить старичка? Спасибо. Спасибо большое. Пап, а у меня колено вообще запрещает играть, и мне нехрен делать, спокойно можно. Чудный.
настроение, Миша, я отвечаю. Ничего, скажу, у вас все-таки. До какого у вас было бы? Во втором сете до 3-3, да? Или сколько? Не 4-3. То есть у вас была настоящая, серьезная финальная игра. На разминке вы все играете гораздо лучше. Да бросьте вы нафиг. Они ж не бьют. Я ударник, я играю с молодыми ребятами, я бью по мячу. А они заставляют играть мягкий темп. Что непонятного, это дураку понятно. Вот что Миша может сказать, что сын играет, я играю в темпе. Гораздо быстрее. Мне это легко. Эти мягкие мячи, я вот не попадаю в ритм удара. Все? Я сообразительный, все понимаю. Ну это ж просто очень все. А в Атефе, где играешь, там играют быстро. Там мужики быстро против. Да им уже по 80 лет, они дальше не могут играть. Да могут они все, отлично они. Если бы Миша был с ногой нормально, у него когда-то по месту все играет. Все, все, молодец. Да, маленький просто. Все, и понятно, что и есть лучше. Еще сложно, тут можно легко с вещами под что-нибудь кидать. Здесь отскок такой. Хороший отскок. Ну это для вас, да. Я люблю другие. Я люблю жесткие отскоки. Вам на карте, значит, надо. Да, я играю на харде, выигрываю, да. Хотя с больными коленями нельзя с такими, я вон, оперированные колени. На харде у меня хуже, да. Раз вы доходите до финала, значит вообще все, все нормально. Что там говорят? Это ж игра. Это игра, ничего страшного. Да вообще страшного ничего нет. Конечно, это не... Просто плохо, что не сыграешь, хорошую игру не получается. И все, потому что... На этих соревнованиях играть не понятно. Нужно спокойствие, нужно нервы. Не так, я вам эти мечты тренировал, мажу вообще эти мечты. Я говорю, точно вода кожа. Сколько вы за сыграли? За сколько? Вот сколько? Я сыграл не сколько, а вот сколько. Сколько? Это раз. Показывает, я не о чем. Это о чем говорит? Это о том, что что-то сбилось сегодня. Да, потому что я тоже такая ситуация. Сегодня что-то вообще не играл. Да. На разминке тоже. Вначале инструкции что-то уже не так. Да, точно. Не, а вот видишь, мозг Николай. Да, такое чувство того, что были справа, слева. Потому что вчера было хорошее, сегодня нехорошее. Полосатая не разу. Двойной не было. А здесь две двойных зачем-то взял, сделал вообще. А всем поскольку второе поле подает человеку, который все равно никуда не пробьет, ничего не сделает, и тоже не бросил. У него так двойное. Ну это понятно, что что-то случилось. А он пах потянул, говорит, оказывается. Вот так. Я сегодня 3 часа проснулся. Проснулся. Встал, пошел к собаке, приготовил еду. А я собаку отвозил, собственно, первым на высадку. Два прески тур. И приехал, и вторые две лежат со мной, и не заснуть, они на меня лежат, лежат. Ну, что вы со мной спите? Потом в 6 надо было дальше снова. Ничего не сказал, что у него пах. Не бы сказал. Что говорите? Я вам жаловался? Да встань, сесть, есть, стой тогда, я не имею себе, что не сказал. Если пах. Ну, у каждого своего. Молодец, он выстрелил, моим пахом, никто не сдался. А я украл, сейчас. Старался. Взял бы сейчас, немножко тебя выпрыгнуть. Попрыжки там попробуй. Да нормально. У меня вот все в машине сидят. Я всем написал уже. Все вышли. Да молодцы, вы играли в финал. Да не пришли. Финал соревнований. Да, абсолютно все. Да. Николай сказал, что это правильно. Я
Ты считаешь, что это больше подписчиков, получается, что резак не получится? Ну, это он считает. Ну, тогда он с кем это говорит, даже вот. Нет. Наверное, так оно и есть, но звук ужасный вообще. Надо дисквалифицировать, правильно, правильно. Вместо за это мешает. Там скрип какой-то такой, скрежет. Ну, руки не доезжают. Может, не поедешь? Ничего ж с ним не делаешь, надо время просто. Ну, да? Будешь играть? Не, не будет играть. А, почему ты что-то не сказал? И так, и так. Ну что вы, ребят, мы с легендарными людьми, да как-нибудь. Давайте на хули клуба. Чего? Серебро взяли? Что? Поближе друг к другу. Серебро тоже хорошо. Давай.